И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас наконец-таки новый замечательный видеоролик, посвященный открытию контейнеров. Один видеоролик, к сожалению, до сих пор так у нас и не вышел, в связи с тем, что мне с челленджа, с, грубо там говоря, 30 контейнеров упало ровным счетом ничего. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний видеоматериал обязательно поступит в доступ и выйдет на нашем замечательном канале, что мне будет дропать годный дроп. И то, что мы вместе с вами увидим что-то годное и интересное, что может падать из контейнеров. Ну и если вам нравится открытие контейнеров, если вы хотите, чтобы видеоролики, посвященные открытию контейнеров, выходили чаще, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Если на нем набирается 150 лайкозавров, то выходит у нас полноценный следующий видеоролик с открытием контейнеров. Если посмотреть, что мне вообще здесь осталось с этих замечательных контейнеров выбить, то я могу сказать вам так. У нас в сумме имеется в фиолетовом свечении 16 устройств. Все, именно на корпуса, все эффекты выстрелов, там прочие краски, еще что-то, что там было в этом свечении, у меня уже есть. Что касаемо синего свечения, то здесь вообще что-то уникальное уже давно не может падать. Ну а в легендарном свечении мне осталось 18 красок анимашек. Ну, понятное дело, что в красном там только миллион, все скины у меня есть, поэтому я буду надеяться на то, что мне дропнет какое-то замечательное устройство на корпус. И если я вообще посмотрю на все эти устройства, которые у меня сейчас есть, то я вам скажу, что я бы хотел бы получить бы какие-нибудь иммунитеты от поджога, например, да, или устройство Тэмми, но никак не вот эти вот замечательные облегчения, облегченные конструкции, да. То есть, если вот эти облегчения мне начнут тут падать, то... Ну, печалька, ну что я могу сказать. Ну, рано или поздно, конечно, они все равно дропнут. Но мне бы, конечно, в душе не хотелось бы, чтобы они мне упали, поэтому сегодня будем открывать по всяким разным замечательным тактикам наши контейнеры. И будем надеяться на то, что что-то хорошее мне дропнет. Ну и также по традиции в комментариях прошу вас написать, что вам падает с контейнеров. Потому что мне этот вопрос всегда интересен. Возможно, вам что-то крутое падает, а я об этом не знаю. И сам выбиваю только одну шляпу, и тогда буду понимать, что просто я, значит, такой вот невезучий кент, которому ничего абсолютно не падает. А вы... Возможно, везунчики, возможно, просто нагибаторы, которые открывают контейнеры, у них все very wonderful. Поэтому ладно, начинаем открытие, открываем, как всегда, с единички, 15 контейнеров, я думаю, что я точно открывать не буду. С первого падает минки, второй 3500, ну давай, о, найс, very, о, боже, ну какая сотка, ну почему вот, когда мне нужны кристаллы, когда мне нужны кристаллы, они мне никогда не падают. Когда они мне не нужны, они мне дропают. Ну как это работает? Ну как это работает? Я уже обрадовался, думал, вот это круто, сейчас мне какое-нибудь устройство дадут. Ну ладно, сотка, по сути, намного лучше, чем, что? Правильно, чем 125 мин. 125 мин, это была бы полная шляпа, поэтому нормально. 100 всех припасов, ладно, понял. Ой-ой-ой, 125 мин. Ой-ой-ой, броня. Ой-ой-ой, ДДшки. Ой-ой-ой, кристаллы, если сейчас белые, то открываю пятерку. Ой, боже, ну взял стрик весь, сбил. Белая. Сейчас белая. Идем пятерочку откроем. Сколько контов осталось? 18. Пока только одно фиолетовое. Давайте. Надо, чтобы сейчас в пятерке что-то хорошее упало. Я очень верю в это. Очень сильно верю в это. Очень сильно верю в это. Очень сильно верю. Очень сильно. Очень сильно. Давай еще разок. А давай еще раз. Раз ты не даешь. Давай сюда. Давай. Ну же. 3 дня премки. Обидно. Досадно.
Ну ладно, друзья. Ну вот такие вот движения. Вот это уже нормальное устройство. Вот это топовое устройство, о котором, кстати, я не говорил. Но Викинг с иммунитетом от оглушения, это реально то устройство, которое мне нужно было долгий период времени. И оно теперь у меня есть. Это очень круто, очень достойно. И вот теперь я уже полноценно рад данному открытию. Когда я открывал 30-ку, и мне падало 0 просто фиолеток, это было просто печалечка. Но вот здесь вот я уже полноценно очень даже рад. Все, единичку. Единичку. У нас там пятерик есть возможность открыть? Я верю в пятерик. Верю в пятерик. Верю в пятерик. Верю как не в себя. Пятерик. Пятерик. И пятерик. 5 голдов пятерик дал, я понял. И все, на этом открытие окончено. Но плюс одно устройство, и того уже 15 осталось. И при том, что это устройство реально очень-очень... Почему оно до сих пор у нас здесь не убралось? Ну ладно. Это очень хорошее устройство. Вот серьезно, то есть я говорил там о иммунитетах, но от оглушения иммунитет на Викинг это очень годно. И теперь у меня на Викинге есть все полноценно устройства. Все, абсолютно. Абсолютно все есть. Что касаемо Васпа, мне надо еще здесь 5, да, получается, 5 устройств. Что касаемо Харька, мне надо... Ну, короче, здесь по корпусам еще как бы есть, где разогнаться. Но, по сути, все самые важные устройства, да, у меня что на Хантер, что на Викинг уже есть. Но на Викинге вообще, по сути, все есть устройства. И это, конечно, меня не может не радовать. Поэтому, друзья, с вас определенно за такой подобный, хороший, добрый, годный дроп. Лайкозаврики, друзья, обязательно, обязательно пожимаем, пишем, что вам дропает. Я надеюсь, что вам тоже упадет в ближайшем открытии контейнеров что-нибудь реально годное и крутое. Потому что я сегодня думал, что я увижу опять 30 некрасивых, неинтересных, грустных свечений, тильтану. И опять скажу, да ну его нафиг такие видеоролики выкладывать, потому что ну ничего не падает. Просто ничего абсолютно не падает с контейнеров. Но сегодня, как вы видите, удача, возможно, на моей стороне. И мне уже что-то интересное упало. Чему я, конечно же, очень даже рад. Поэтому прожимаем лайки. Подписываемся, друзья, на канал, если еще вдруг не подписаны. Пишем в комментариях, что дропает. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Да-да.